всем привет, это Илья. Сегодня 24 июня в 12:00 посольство США подняли цену на сервис номер. Раньше он был 200, теперь 350. Это официальный платеж для школы, для получения визы F1. Мы часто говорим в нашем видео, что если вы собрались в Соединенные Штаты, поторопитесь, потому что вот сейчас подняли цены. Что будут завтра, непонятно. Сейчас ограничили воссоединение семьи. Сейчас ограничили очень многие визы, в том числе и рабочие. И чем дольше вы думаете, тем больше будут разных всяких изменений, которые не в вашу пользу. Удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока.